19 августа в городе Лапаевске прошли дни микрорайона. Данное мероприятие прошло также и в микрорайоне Максимовка. Перед населением выступили различные творческие коллективы, были разыграны лотереи, а также представители общественности выступили со своими поздравлениями. Программа была очень насыщенной. 26 августа в городе Алапаевске в Доме культуры «Станкозавод» состоится встреча с генерал-майором, Героем России.